Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается, в общем-то, чувства вины перед мамой за, ну, определенные некоторые действия. Вот. И, в общем-то, первое, что вот хотелось бы сказать, да, это то, как бы, ну, откуда вообще чувство вины у вас появилось, вот, в принципе. То есть вы всегда так вот склонны к тому, чтобы, ну, чувствовать вину перед мамой, вот. Или, может быть, это касается, там, не знаю, только, вот, только вашей мамы, или, может быть, это вот только, вот, ну, только в этот раз, да, то есть, ну, вот, только вот в этой ситуации вы так почувствовали. Вот. Откуда чувство вины здесь, этот момент, он как-то вот, ну, не совсем понятен, на мой взгляд. Вообще, вот, ну, так-то чувство вины, полезное чувство. Вот, просто с ним нужно уметь обращаться, да? Вот, в частности, вот, если вы там, допустим, хотите, ну, извиниться, да, перед, ну, перед мамой, да, если вы чувствуете себя виноватым, да, вот. Извинитесь и все, вот. То есть, извинитесь, вот, извинитесь искренне, да, перед мамой. Вот, извинитесь, ну, вот, максимально как-то для себя аутентично. Попробуйте прожить этот момент, и я думаю, что вам станет легче. Вот. Это первое. И второй момент, это вот то, что хотелось бы спросить, да, а нет ли у вас такого, что вы как-то злитесь на свою маму, да, нет ли у вас такого, что вы как-то, ну, чувствуете, вот, что где-то как-то себя подавляет с ней. Вот. Не чувствуете ли вы где-то тяготение, да? Вот. Ну, то есть, что вас тяготит
что-то в маме или с мамой. Вот, если вы это чувствуете, но никак не выражаете, да, не проявляете, да, это, если, то вот это тоже может, конечно, быть проблемой и довольно серьезной. Вот, потому что обвинение, ну вот, просто вы себя вините, да, это история про, ну, про подавленную такую тенденцию к сопротивлению. И, естественно, нужно эту тенденцию постараться увидеть, заметить и проявить. Вот. Ибо, ну, сейчас она у вас, ну, подавлена, как мне кажется, довольно сильно. Вот. Ну, в принципе, как-то так. Вот. Я думаю. От вины, ну, снизить вот эту вот тяжесть, да, какое-то давление, ну, вины можно несколькими вот способами. Значит, извиниться. Первое извинение. И второе, это как раз вот, признание и допускание того, что вы можете на свою маму как-то злиться. Вот, обижаться на что-то, вам может быть что-то неприятное, что-то не нравится. Вот, и вот дело в том, что вот, вина, да, то есть это направленное на себя некоторая активность. Вот, получается. которая изначально предназначена, ну, другому человеку, вот. И ну вот, если вы это игнорируете, то понятно, ну, понятно, что ничего хорошего из этого не, ну, не будет. Не получится. Вот. Вот как-то так. Я думаю, можно ответить вам. Надеюсь, что вам это было интересно, полезно. Вот. Желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.